В этом видео мы разучим и сыграем песню Виктора Цоя «Алюминиевые огурцы». Исполним ее простыми аккордами, без приема барре и разберем гитарный бой. Мы сыграем эту песню в тональности до мажор и петь начнем с ноты ми. Это открытая первая струна. Здравствуйте, девочки! Начнем с небольшого вступления и сыграем первые две строчки. Здравствуйте, девочки! Здравствуйте, мальчики! Эти аккорды, звучащие в первых двух строчках, повторяются по кругу в течение всей песни и в припеве. Давайте сыграем третью и четвертую строчки первого куплета. Смотрите на меня в окно, и не кидайте свои пальчики, да. Теперь несколько слов о гитарном бое. Разучим его на основе аккорда до мажор. Играется он вот так. Чтобы его сыграть, вы берете бас большим пальцем, потом указательным пальцем по всем струнам вверх, вниз с глушением и снова вверх. Струны глушите основанием ладони. И у вас должно получиться вот так. А теперь давайте посмотрим, какой бас мы играем на каждый из аккордов. Первый аккорд. Пятая струна – бас. Потом сдвигаем бас на второй лад. И дальше играем аккорд ля минор. Пятая струна и шестая струна. Аккорд фа мажор. Играем сначала четвертую струну, потом пятую. И потом аккорд соль. Шестая и пятая струна. И у вас должно получиться следующее. Теперь сыграем припев, захватив кусочек первого куплета. И не кидайте свои пальчики, да, ведь я сажаю алюминиевые огурцы, ага. И повторим еще раз. Я сажаю алюминиевые огурцы, ага, на брезентовом поле. Дальше все аккорды играете так же, как в первом куплете. Как мы уже узнали, они повторяются. Текст песни и аккорды вы также можете посмотреть в комментариях к этому видео. С каподастром на первом ладу песня «Алюминиевые огурцы» будет звучать в оригинальной тональности до диез мажор, но аккордами, которые мы уже разобрали. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. До встречи! Здравствуйте, девочки! Здравствуйте, мальчики! Смотрите на меня в окно! И мне кидайте свои пальчики, да, ведь я сажаю.